В Дагестане будут развивать охотничий и рыболовный туризм. Об этом стало известно в ходе заседания ДАГ «Охот рыболов общества». На нем обсудили финансовую составляющую и планы развития на ближайшие 2 года. Ведомство собирается восстановить заброшенные озера и зарыбить их, а также создать охотничьи кордоны на местах, выделенных для развития охотничьего туризма. Глава Дагестана Сергей Меликов дал поручение профильным министерствам посодействовать в решении всех этих вопросов. Очень большие планы в развитии охотничьего рыболовного туризма в республике. Планируем восстановить заброшенные озера, зарыбить их. У нас есть очень большой опыт на опыте озера Аджи-Папас. И в дальнейшем будем развивать охотничий рыболовный туризм республики.